кому? Другу, как вы на интернете? Виртуальному другу. Ага. Мы едем посещать виртуального друга. На интернете я познакомился. Да. Через интернет. Интернет нас привел в Англию. Поехали. Даем инструкцию, как бутылку открывать. Хрен что понятно. Вот тут надо потянуть, пожалуйста. Открыл. Вот теперь можете пить. Вот она теперь открывается и закрывается. Да, и закрывается. И закрывается. Все, разобрались? Зато я умылся. Я умылся. Очень удобно. Собираемся лететь. Да. Двигаемся. Сколько там осталось? Я не знаю еще. Нам осталось немножко, 5 минут, и полетим. Мама, ты как? Сейчас тебя сдует. Это мы встретили Алекса. Алекс, Коля, Николай, how you doing, boys? Good? Good, let's go. Okay. Yeah. Ну вот, все заняты своим. Каждый по-своему болтает. Мальчишки сзади, девчонки впереди. Я посередине. Мне тут все падает. О, чемодан упал. Хип! Все нормально, идем на посадку в машину. Солнечная Англия. Вот так вот. Все довольны. Девчонки. Привет. Все, у меня ой, там. Что ты, меня да ладно, я тут с этим чемоданом одной рукой рулю. У нас одни куртки там. Ага, набрали куртки. Куртки берите. Ну как бы. Это лиц, да? Вот мы подъезжаем. Какой же лиц? Это не лиц. Это не лиц. Ты что? А, лиц мы уехали. Лиц мы уехали. Хорошо, я это сотру, не переживайте. Это мафия. Recycling? It's not recycling, it's throwaway. I'm just laughing. He says it's for recycling. Yeah, we do have to go recycling, please. Yeah. По центру поедем дальше. Сейчас пойдем в замок. Вот я попробую показать, как Коля тут у нас. Что там интересного, Калин? Карта. Карта где? Карта Кеннесборо. Probably go any moment. Here we go. Yep, let's go. Вот так. Новый город. Неиспро. Вот мы тут гуляем. Исторический центр занесло нас. Одностороннее движение. Вот сегодня говорят, тут еще маркет будет. Там этот. Там вот девушка сидит, ага, на его коленях. Этот Blind Jack, слепой Джек, он был первым surveyor, как это по-русски? То есть инженер, инженер-строитель, который делал обмеры. Почему он слепой? Потому что он был слепой. Вот так. Ага. Вот у него вот этот вот ашин, вот у него вот это, ага, колесо такое. Ага. Да, то есть... Ну, мы потом еще посмотрим. Угу. Ну, да. И пап. А
Вот эта аптека самая первая в Англии, так? Да. Вот так вот, во всей самая старая аптека в Англии. 1720 год, там на ней даже стоит вывеска. Я сейчас поближе подойду. Так, теперь это превращено в такое вот питейное место. Так, вот здесь вот посередине полянки такая интересная дыра, это вход потайной, то есть из замка можно было выйти куда-то вниз ко рву. Вот мы на территории замка, и вот это вот, и это вот выход туда вниз. Пап, смотри. Да. Ой, я такой лето тут. Вот из там. Так, мама, не провались туда. Я уже это. Ты уже туда пыталась? Я сразу такой. Even this metal. Оу. О, там. Ух. It's just actual exit. It's rebuilt this, but the rest is actually. То есть это вот отсюда, а там вот это вот выходит сюда, да. То есть вот мы вот таким вот образом зашли. Отсюда. Мы здесь. И можно было попасть в другое место. Мы also have assigned были спектакли вот на And it's signed by Stephen Fry, the author. Anyway, follow me. So it's like the picture of the cat. I thought if I you don't catch, I'll call you because we will go down. Oh yeah.